Всем привет, друзья! Вот такой вызов коронавирусному больному я сегодня наблюдаю, возвращаясь из магазина в соседнем подъезде. Дай Бог здоровья заболевшим людям, но будьте бдительны. В любое время в вашем соседнем подъезде может быть заболевший, маски, мытье рук, конечно, теперь обязательно. Это не где-то вдалеке, это вот у нас соседний подъезд. Радует только, что у врачей действительно есть какая-то экипировка. Они одеты в одноразовые эти скафандры и бахилы у врача, и защитные колпаки, и все, что хочешь. Но вот такая реальность. Всем здоровья и будьте внимательны. Берегите себя и близких. Всем пока!